Здравствуйте, дорогие одесситы и гости нашего города. Мы рады вас приветствовать в городском саду города Одессы. Сегодня у нашего любимого города день рождения. Одессе 232. Поздравляем вас, дорогие одесситы, с днем рождения Одессы мамы. От всей души желаем вам мира, любви, добра и процветания. Давай знакомиться. Меня зовут Ульяна, мне 10 лет, и я люблю рисовать. Меня зовут Елена, я свободный художник. Мою маму зовут Людмила. Это наш оператор. Людмила, покажитесь, представьтесь. Поверните камеру. Я останусь в секрете. На Даре принято дарить подарки. И мы решили подарить вам мастер-класс по рисованию. Но не только для одесситов, для всех жителей Украины, ближайшего зарубежья. Сегодня мы будем рисовать о любви, памятник любви. Любовь – это то, что движет солнце и светило. Наш мастер-класс очень простой, предназначен для начинающих от 6 лет и до бесконечности. Нам понадобится всего лишь лист бумаги и карандаш, и ваше желание, и все получится. Ну, вот наш памятник любви. Это бронзовая скульптура. Архитектор Михаил Рева. Установили этот памятник в 2006 году. 14 февраля, на День влюбленных. Но сначала этот памятник задумывался немножко по-другому. Были еще две скульптуры мальчика и девочки, которые держат большое сердце в руках. Но потом скульптор решил разделить эти две композиции. Дерево любви поставили в горсаду, а мальчика и девочку определили во двор, в реабилитационный центр имени Литвака. Они сейчас находятся там. Ну, подойдем поближе, рассмотрим это дерево, я вам расскажу. Значит, у основания дерева корни символизируют прошлое. В основании там вмуровали капсулу с письмом для детей, которые родились в 2006 году. Это им сейчас 14 лет. Ствол символизирует жизнь, а крона... Крона сделана в виде сердца, и на ней 210 маленьких сердечек. Это 210 лет было городу Одессе. Раньше эти сердечки были золотые и очень блестели. Сейчас, к сожалению, медь, бронза потемнела. На стволе дерева на 65 языках мира написано слово «любовь». Издали смотрится как кора, а вблизи это выгравированные слова. 210 сердечек, это было 210 лет городу Одессе. Вот сегодня мы с вами будем рисовать этот замечательный памятник любви. Ну вот мы разместились в уютном кафе, как раз напротив нашего памятника. К сожалению, у нас не получится показывать вам картинку, чтобы вы наблюдали картинку и то, как нужно рисовать. Поэтому я вам очень подробно буду рисовать, показывать, а вы будете повторять за мной. Значит, листик, лист бумаги. Я буду рисовать... маркерами, потому что если я буду рисовать карандашом, вы ничего не увидите. Вы рисуете карандашом. Да, и резиночка. Не давим на карандаш. Легонечко, чтобы если что-то неправильно, чтобы было легко вытереть, не давим на карандаш. Размечаем наш листик. Это линии, которые потом вы вытрите, не давите на карандаш. Находим центр. Да, вот наш листик. Это чтобы нам было легко ориентироваться. Наш памятник представляет из себя сердце. Сердце у нас вписывается в прямоугольник под наклоном, наш прямоугольничек. Размечаем. Вот такой прямоугольничек под наклоном. Видите, к центру, под наклоном.